В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана». В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Пиротехнику не обнаружили. Сотрудники МЧС провели рейд на одном из столичных рынков. Подробности через минуту. Почти 70 тысяч жителей Дагестана обеспечат качественной питьевой водой. Глава республики объявил о завершении строительства водопровода Черкей-Буйнакск. Тысяч тонн урожая и первый показатель по стране. Более четверти российской капусты выращено в Дагестане. Подарки, теплые слова и пожелания. Федерация тхэквондо Дагестана подвела итоги уходящего года. Обойдемся без фейерверков. В преддверии Нового года сотрудники МЧС и полиции проверили второй рынок в Махачкале на пожарную безопасность. Перед началом мероприятия спасатели проехали на спецтехнике по территории торговой площадки. Однако пути подъезда и выезда к рынку со стороны улицы Батырая и Дзержинского оказались проблематичными из-за плотной парковки автомобилей. Далее специалисты чрезвычайного ведомства проинспектировали ларьки и магазины на первом и втором этажах на наличие пиротехнических изделий. Ничего, кроме елочных украшений и праздничных хлопушек, обнаружено не было. Также они осмотрели внешние и внутренние пожарные водопроводы, огнетушители, автоматическую пожарную сигнализацию и ознакомились с планом эвакуации населения при ЧП. Итог нашего сегодняшнего рейда таков, что рынок готов на оценку удовлетворительно. Есть кое-какие моменты, которые нужно будет доустранить. Это момент, то, что вот у нас автоматическая пожарная сигнализация, датчик не работал. Нужно будет им вызвать фирму для того, чтобы по договору, с кем они обслуживают, кто их обслуживает, чтобы привести в порядок автоматическую пожарную сигнализацию. В Дагестане завершено строительство водовода Черкей-Буйнакск. Мы уже получили заключение о соответствии и сегодня запустили воду. Мне прислали видеоотчет, написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов. Протяженность линии около 32 километров. Пропускная способность свыше 30 тысяч кубометров в сутки. Теперь почти 70 тысяч дагестанцев, а это жители Буйнакска и близлежащих сел, наконец-то обеспечены бесперебойным и качественным водоснабжением. В Дагестане выращено более четверти российского урожая капусты. Об этом сообщает Минсельхоз региона. Более 600 тысяч тонн белокочанной собрано в этом году. Это лучший показатель по стране. Выросла в республике и площадь земель, отведенных под эту культуру, более чем в три раза. В 2021 году капуста выращивалась лишь на 13 тысяч гектарах. Теперь под зелеными листьями этой полезной овощи находится порядка 40 тысяч гектаров. К другим темам. Более 4000 человек собрались на вечер газеты «Ас-Салам» во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Началось мероприятие традиционно с чтения аятов священного Корана. Среди присутствующих были и жители Палестины, которые недавно переехали в Дагестан из-за трагических событий на своей родине. Я впервые бываю в этот в такое место, особенно в Дагестане. И на самом деле первое впечатление, что мне как-то на сердце, что я как-то спокойно и очень себя хорошо чувствую. И потом, когда я смотрю на мероприятие, что газета «Ас-Салам», слово «Ас-Салам» это значит «мира». И желаю всем мира, иншаллах. «Ас-Салам» значит, место, где я живу, называется «Хай Ас-Салам». Наша мечеть, в которой ходим, намаз делать, тоже называется «Ас-Салам». Мои соседи, и друзья, и близкие умерли в этот мечеть. Разбомбили его в намаз аль-Иша вместе со всеми
которые ходили намаз делать. Я хочу сказать дагестанскому народу, большое спасибо. Дагестанское правительство, муфтият, очень-очень большое спасибо вам за хорошие встречи, за доброе сердце. Я думаю, что у вас настоящий ислам, на самом деле. Дай Бог вам здоровья. Я очень честно, я очень рад. В завершении вечера были награждены отличившиеся работники газеты, а также разыграна путевка на малый хадж умра. Альхамдулилля, организовали очень много мероприятий в 2023 году. И также мы один из первых, которые закрыли подписку на Ас-Салам. Это тоже для нас, альхамдулилля, как с гордостью мы это рассказываем. И также мы получали от нашего муфтия благодарственное письмо. Здесь присутствует сейчас, в данный момент, людей, наверное, 1500. Но, надеюсь, зал будет полным. Человек 3000, иншаллах, будет. Для них всех у нас есть от джамаата Каспийска маленькие пайки. Там, и также джамаат Каспийска, у нас есть меценаты, которые на себя брали умра. В Дагестане профессии блогера и копирайтера теряют былую популярность. За последние 5 лет спрос на эти специальности у нас резко упал. Такие данные приводят ряд телеграм-каналов республики, исходя из запросов пользователей поисковой системы Яндекса. При этом недавние исследования показали, что теперь среди дагестанцев наиболее востребованы учителя, военные и актеры. И в заключение о спорте. Подарки, теплые слова и пожелания. Федерация тхэквондо Дагестана подвела итоги уходящего года. Чествовали спортсменов и тренеров, показавших лучшие результаты в сезоне 2023. Этот год, как и предыдущие, был для нашей сборной одним из самых успешных в истории. Отличились паратхэквондисты. Они завоевали львиную долю наград на домашнем чемпионате России. Среди лауреатов премии «Спортсмен года» также представители взрослой команды, юноши и юниоры, которые выигрывали медали первенств мира и Европы. Всего наградили 61 спортсмена и 38 наставников. Отмечены также судьи и тренеры, развивающие данный вид спорта в горных районах республики. В планах у федерации на будущий олимпийский сезон закрепить и улучшить имеющийся результат. У любого нормального человека поощрение, конечно, она мотивирует. Мы стараемся поддерживать немножко финансово. Так, подарки, сувениры. На 24-й год у нас основные, если честно сказать, у нас паралимпийцы. Если допустят на Олимпиаду, у нас есть явные лидеры, которые могут взять золото. И если нас будут допускать на международную арену, мы там готовы показывать хорошие результаты. Будем стараться, будем развиваться. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до скорых встреч в эфире.